Уральский федеральный университет уже четвертый раз подряд проводит День открытых дверей. В нем стремятся принять участие выпускники со всех регионов России, Казахстана, Киргизии и Армении. Не первый год в этом реалити-шоу вузовской жизни принимают участие и тимиртауцы, которые мечтают продолжить свое обучение именно в этом российском вузе. Всего в заочном этапе проекта участвовали 20 старшеклассников. Это учащиеся гимназии имени Тахтарова Бакирова, 1-го классического лицея, 6-й и 16-й школ города. В вузовской акции «Тест-драйв» 11-й классники не только узнали много нового о заинтересовавшем их вузе, но и о специальностях, которым здесь обучают. Кроме того, школьники, успешно прошедшие тестирование по профориентации, смогли получить свою копилку 3 дополнительных балла к ЕГЭ, которые будут учитываться уже при поступлении в вуз.